Як не упасти в осінню депресію? Сьогодні ми запитаємо у миколаївців. Пить кофе і читати книги. Нужно побольше гулять, улыбаться, радовать себя и близких. И тогда никакой депрессии. Настя, как ты думаешь? То же самое я думаю. Ну, честно говоря, я не знаю. Не встречался с таким никогда. У меня нет осенней депрессии, у меня все великолепно. Ребенок пошел в школу с радостью, с удовольствием, так что все в порядке. Купить вещей очень-очень много осенних, тогда не будет никакой депрессии. Просто постоянно находиться с людьми, которых ты любишь. Да, хорошо. А вы как думаете? Не знаю, быть веселым. Дети все решат. Я вам вот просто сразу говорю. И чем больше детей, тем никакой депрессии никогда не будет вообще в этой жизни. Потому что дети – это наше все. Не будет времени, да, ни для какой депрессии просто-напросто. Пойти в школу. Не унывать. Надо идти вперед. Дальше надо быть веселым. Нужно просто забавлять себя чем-то, чем? Быть оптимистом. Ну, не знаю, хобби каким-то. Любить. Ось такими дієвими, на думку миколаївців, методами потрібно користуватися, коли хочете налаштуватися на позитивний осінній настрій. Насолоджуйтеся кожним днем цієї золотої пори та беріть від життя тільки краще.